свет отключили. Серьезно? Да. Отключили? Да, света нет. Так и было. Вот такую лопату берем, ну какая у нас есть вот такая. И нужно закрутить воронку. Прям сильно. Чтобы весь мусор на дне собрался в центр. Так она вода в ней. И вот так вот все. Пылесосим. Напомню, вода у нас из речки, поэтому много грязи в ней. Всем доброе утро. Я, походу, последний проснулся. А еще на работе, повстаешь в 7 утра, походу, выспаться. Ребята, видимо, уже ушли. Убежали, кровати не заправили. Вот что-то пасмурно. Что-то пасмурно. Я бы не сказал, что даже жарко. Хотя сегодня обещаю 28-29. Наверное, все-таки я сделаю, как хотели. Включу кондиционер. Потому что погода еще, скорее всего, наварится. И будет жарко. Закрою окна и включу наверху кондиционер. Вот так. Арчика в домик. Правильно? А, это он показывает? Сколько? О, включился. Фреон двигатель. Ой, так, ну ладно. Сейчас одеваюсь и пойдем вниз спускаться. Я позавтракаю. На рыбалку хотели еще сегодня. Вечером. Думаю, все же думал, пойдем. Ладно, сейчас что, поделаем. Сперва надо позавтракать. Оба! Доброе утро! О, Арчи! Ты по мне скучал, что ли? Ты ждал меня, когда я проснусь, да? Ну, привет! Ну, привет! Ну, привет! Там, наверное, надо будет пеленку у него потом поменять. Что, не завтракали еще? Там это, я кондиционер включил. Люк закрывайте. Хотя вроде не прям солнечно, но я думаю, все еще впереди, так что пускай. Пускай он там пашет. Так, здесь солнце светит, здесь, наверное. Вот так чуть-чуть приоткрою. Пускай будет тенек, это жарко будет. Эх, в комнате. Ну что, будете кушать-то?
Не знаю. Свет, походу, выключили. Он не работает. Ну, я вижу. Свет отключили. Серьезно? Да. Серьезно? Отключили? Да, света нет. Так и было. Нифига себе. Фокус-покус. О, фокус-покус. Включили. Что за? Кто так балуется? Там же кондиционер у нас. И что тебе делать? Да ничего. Включать? Включай телевизор. Просто может быть, так, ну ладно, давайте кушаем тогда. Ну а сейчас сходить свет выключали, надо сходить кондиционер снова включить, когда он не работает. Перезапустилась. Ну. Ты что там уже ешь? Ну-ка, стой. Он попкорн ест, вы что? Это Настя? Почему? Потому что ты оставалась. Так, ладно, ну, короче, будет завтракать или позже? А, ну завтракали, ну ладно. Это, буду завтракать на подстрече лосося. Покушать. Опа-на, сколько тут всего. Это у меня все на рыбалку. Прикорм, да что там туда-сюда. Надо его еще домешать. Так. Салатик. Сейчас что-нибудь я нарую. Вон там, наверное, гречка. Или вермишель. С сосисками, да, вермишель с сосисками сейчас буду кушать. Дома обогрелась. Вермишелька с сыром. И вот пару сарделек. Так, нет, потом. А, горячая. Арчика, не пускайте на стол. Подожди. Арчи, у тебя же есть еда своя. Вон лежит же у тебя все там, вон. Сухой корм надо будет ему еще сделать там. Мы познакомились в студенческом театре. Сейчас думаю, что, чем заняться, вроде все сделано. Ну, огород поливать это надо всегда. А еще можно пропылесосить бассейн. Ребята вчера купались. И, короче, сбаламутили все это. Ну, это даже хорошо. Оно сейчас все упадет на дно, и мы это все со дна пропылесосим. Сейчас пока позавтракаем. Позавтракаю. Ребята уже позавтракали. Время 11 часов, ничего, я проспал. Вот так вот давил. Да? Да. Я говорю, правильно? Всю неделю встаешь пораньше. А потом спишь до 11. Это сыр. А потом вот охота поспать. Хотя я маму вставал провожать на работу в 7 утра, не в 7 даже, в 6.30. А да? Даже еще раньше, наверное, или 6.30, часов в 6. Так что пока завтракаем. Хотел чай сделать горячий, что-то передумал. На улице и так тепло. О, тучки уходят. Сейчас жара поднимется. Кондиционер пускай работает целый день. Не трогайте его. Да, мы уже собрались. Ну, кстати, под утро холодно будет. И люк закрывайте. Под утро как-то холодно. Сейчас будет. Помнишь, когда мало? Под утро-то холодно. Ну как, не холодно, нормально. Нормально так, тепло. Ну что, хорошо, не то, что вечером было жарко. Люк закрывайте, чтобы это там была в комнате прохлада более-менее. Сегодня жара будет опять, как вчера, 29. О! Так что вы это. А мы на рыбалку вечером уедем, когда жара маленько спадет. Часик раз в 6-7 поедем. Ладно, завтракаем и идем.
идем. Чистить бассейн. Перекусили. Сейчас пойдем посмотрим бассейн, как там у нас. Чистить его, не чистить. Это мы еще подумаем. Надо будет, наверное, сейчас воронку закрутить. Когда в бассейне мусор, надо закрутить воронку, и весь мусор соберется в середине. Сейчас мы с Димкой откроем, да, Димончик? Складывай его. Не, воду не запи, аккуратненько. Здесь там рукой держи тоже. А. Оп, вот так. Видишь? Вот здесь рукой держишь, продолжаешь. Здесь накладываешь. Нет. А все тут уже можно скидывать его. Не-не-не, туда к себе ты просто стяни его, не надо там не. И вот так вот аккуратненько вдоль бассейна раскладывать. Все. Ну так, вода чистая, но можно пропылесосить дно, я думаю. О, чистая. Тепленькая такая, как вчера, холодненькая. Вот такую лопату берем, ну какая у нас есть вот такая. И нужно закрутить воронку. Прям сильно. Чтобы весь мусор на дне собрался в центр. Так она вода. Ошметки видно, полетели по кругу. Смотрите. Мусор, видите, полетел по кругу. Можно еще сильнее раскрутить. И он соберется в центре. Потом в центре будет проще. Дима, не тормози воду. Потом в центре будет проще собрать. Ждем, когда бассейн. Воронка остановится, чтобы мусор убрать в центре. Арчик. Настя вышла, говорит, посмотрела уже градусник. Там у нас градусник висит на крыльце. Это 30 градусов на улице уже с утра. Небо чистое. А тучки были, да? Сейчас даже облаков нет. Поплывем. Сейчас надо, хорошо, надо даже лодку накачивать слабенько, чтобы она на солнце разогреется, у нее эти баллоны расширятся. Надо будет даже, может, воздух спускать там прямо на воде, чтобы они ослабли. При нагревании расширяется же воздух. Да. А у нас солнце. Ну, черная, зеленая. А, зеленая. Зеленая лодка у нас, лодка зеленая. Как дела? Спит как. Угу. Такое все было. Наконец-то лето наступило. Первая неделя лета. Так нормально. Она, наверное, и будет единственная. А, да? Эта неделя будет единственная. Такая хорошая? Вроде да, там вроде больше не знаю. Скоро в отпуск опять. Ура! Поплывем там, а потом я на щуку хочу. Потому что сейчас это неделька одна. Это как одна неделя. Не, я не знаю, может там еще побольше будет тепло поставить. Хочу, чтобы хотя бы 20 дней. Садись, мужичок. А у ребят заканчиваются, да? Не, еще 2 месяца. Не два уже почти полтора. Ну да, почти. Полтора месяца до школы. Да, сюда. Скорее бы в школу, да? Да. Да-да-да. Я с друзьями хочу. Скорее бы в школу, ага. Не я. Да, конечно. Скорее бы в школу. Настя, дай. Скорее бы учиться, блин. На продленке оставаться побольше. У нас нет продленки. У меня тоже нету. То есть ты по друзьям соскучился только? Ну, по школе тоже так. По школе? В школе 100%. По математике? Настя, по математике соскучилась? О, Матеша, шикарно. Самый легкий урок. Я скажу, я не по какому предмету вы соскучились.
Почему? А музыка? О, смотри, мусор-то собрался, реально же. О, да? Да. Смотри. О, реально. Мусор в середине. Настя, смотри. Какая водичка. Видишь, он еще крутится. То есть мы сейчас он весь докрутится в центр. Видишь, потому что была воронка, и он весь собрался у нас в центре. Капец много. Видишь, какая хитрая система. То есть вчера вот в чем вы плавали, это вот. А я его сейчас в серединке весь пропылесошу. И все, и ничего, и будет вот. И все, и будет нормально, чистая вода. Ну, более-менее, там еще есть мелочь. Да пофиг. Так, так можно каждый день поделать, и все, и ничего не будет. Круто. Отличный способ уборки бассейна. Чистки бассейна. Быстро главное. Чтоб лишнюю воду не выливать еще. А то я пока весь бассейн-то выливаю, это, пылесошу, сколько воды выльется. Арчи. Наверное, блоков 5-6. Арчи. Я вот так обычно делаю, а аккуратно. Вот этот пылесос самодельный, я его топлю, чтобы вышел весь воздух. Надо нам это пятнышко убрать. Оп, и за борт. Ух, и все. И у нас льется. Все, а сейчас аккуратненько. Туда. Главное аккуратно, а то я маленько маханул, и у меня куча моя разлетелась. О, видно даже, видишь, как мусор коричневый выходит. Да. Прям коричневый. Это все оно есть. Темное. Нарчик, аккуратно, там будет грязно потом. Потом Арчик. Полетели опять. Можно еще раз вихрь закрутить. Пока остановлю. Сейчас еще раз закручу воронку. Воздух выйти. Видишь, у меня воздух еще вон остался. О, видишь, у меня есть воздух? Mm-hmm. Он должен выйти. Все. Угу. Он поднимается, пузырь. Вот. Все, выкидывай за борт. Побежала? Да. И вот так вот все. Пылесошим. Напомню, вода у нас из речки, поэтому много грязи в ней. Но мы нормально сделали уже. Хорошо мы ее пропылесосили, да, видимо? Да. Супер. Все? Можно купаться? Давай, Дима, с тобой пока диван сделаем. Давай. А то погода хорошая, после бассейна. Диванчик отдохнуть. Кстати, можно игрушки туда все занести в басик. Круто. Так, сейчас это. Там два мячика и всякого. И басик. Подушку. Че, сам держи. Давай, молодец. Сейчас. Съезжал. Надо еще, наверное, подушку принести справа, если вот. Можешь? А где мне кончик? Там, снизу? А, не, ладно, потом. Ну вот, давай я принесу одну. Я не знаю, где она. Ты знаешь, где она? Ну да. Кто лечит?
хорошо. Здесь даже как-то спал ночью до трех ночи.